Привет всем, мои любимые зрители. И тот, кто зашел на канал Позитив Вселенной. Сейчас вам сделаю обзор на такую шоколадку. Она стоит 66 рублей. Шоколадка. Озеро. Лебединье озеро. Так. Шоколад Factory. Milk и Raspberry. Расперберри — это малина, что ли? Ягода малина нас себе манила. Ягода малина в гости звала. Так, молочный шоколад с малиновым криспами. Криспами? Это что такое? Что такое крисп? А что такое криспы? Босс тоже хочет шоколад и ягода малину. Так, ладно. Так, открывать его. Вот тут вот что-то надо надрывать. Вот. О, ну вот так. Открывается шоколад. Вот так. Фольга. Прикольно. Так. Сейчас посмотрим. Шоколадка! Я шоколадный заяц. На-на-на-на-на-на-на. О, она еще распаковывается. Шоколадка. О, нифига она. Ладно, ее надо вот так разрывать. Шоколадку. Так. Высоко тут долек. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, ладно. Так. Попробуем. Что это за шоколадка? Спасибо. Какая изумительная. Хрумка. Тут даже куски малины. Ты шоколадку будешь? А? Да, мать его. Хорошая шоколадка. Обалденный шоколад. Говорят, от настроения еще нету. Кушать шоколад. Надо будет. Но... У меня если только что-то приуныла эта фигня. Это все лечится. Да? О, может, мне кто-нибудь в рекламу позовет сниматься? Пофигу, за полцены могу сниматься в рекламе. Это мне надоело. Грузчик работает, хочу в рекламе сниматься. Зовите мне рекламу. Я хочу прорекламировать. Рекламу заплатите и все. Это что? Грузчик работать не хочу. Не хочу в рекламе сниматься. Ладненько, пока, с вами был Позитив Вселенной, улыбайся.